Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Chevrolet Camaro. Ремонт задней части. Мне нужно вытянуть и поменять заднюю панель и крышку багажника. Для этого у меня есть донорский кусок и хорошая крышка багажника. Ладно, начнем. Сначала разбираем. Разобрал, теперь вытягиваю. С вытяжкой закончил, устанавливаю крышку багажника и проверяю зазоры между крышкой и крыльями. Зазоры немного неровные. Подровняю их позже. Теперь удаляю заднюю панель. We'll be right back.
Задняя панель удалена. Теперь я исправлю несколько мелких повреждений. Итак, теперь мне надо разобрать донорский кусок. Теперь у меня есть нужная деталь. Устанавливаю и привариваю заднюю панель. Задняя панель установлена, замазываю швы герметиком. Задняя панель покрашена, устанавливаю бампер и задние фонари.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 18 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!